Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» – первый боевой корабль Российской Федерации, зашедший в порт Бердянска. И зашел он сюда не просто так, а по своему прямому назначению доставил технику. ВДК «Орск» – первый российский корабль, вошедший в порт Бердянска. Задача у десантного корабля привычная – доставка военной техники. А вот способ разгрузки весьма необычный – с помощью портовых кранов. Впрочем, конструктивные особенности кораблей проекта 1171 позволяют и это. Всего же в операции участвуют 10 больших десантных кораблей. Корабли этого проекта весьма вместительные, могут взять на борт большое количество техники – до 20 танков или до 40 БТРов.